Благоприятный исход любого дела зависит от принятых решений. Лидский путешественник, проехав более 2000 километров, принял для себя окончательное решение. Во что бы то ни стало, двигаться дальше. Всем доброго пятничного вечера. Мы продолжаем. Сегодня 29-й день моего путешествия. Пятница. Человек, который практически прикован к инвалидной коляске в одиночку на ручном велосипеде, пересекает Европу. Еще вчера он был в городе Карлскруна на юге Швеции. В четверг, 28 июля, отправился далее. Путь его лежит к датскому Копенгагену. До него более 300 километров. По дороге Александра остановил полицейский патруль. Кто-то из водителей сообщил, что человек на трехколесном велосипеде подвергает себя опасности, двигаясь по проезжей части. В Швеции очень культурные и дисциплинированные участники дорожного движения, а иначе как? Штрафы большие. И у местных представителей закона няма почакай. Человек в форме с пониманием отнесся к нашему земляку и вежливо попросил продолжить движение по специальной велодорожке. Путешественник знал, что нарушает, но ему просто физически тяжело передвигаться на некоторых участках. Ну просто она иногда специально куда-нибудь так сильно поднимается или заходит в какую-то чащу. По дороге Саша рассказал, что кроме того, что ему приходится крутить руль, так еще фотографировать и общаться в сети интернет, отвечая на вопросы. Ну как тебе, тяжело? Или есть что-нибудь, о чем ты больше всего мечтаешь? Вот. Оно, конечно, интересно. Сегодня я очень сильно мечтаю доехать и расставить свой кемпинг и еще поесть бобовой каши. К бобовой пище мы еще вернемся. Во время путешествия Саши есть о чем подумать и что вспомнить. В своем блоге он написал, что его все чаще посещают слова из музыкальной, мотивирующие темы Алекса Дубаса и «Елки». Там давали один совет для жизни. Мажьтесь солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Остальная песня – лишь рекомендации. Наслаждайтесь силой и красотой своей юности. Пока жизнь вам не нравится, она проходит. Поверьте мне, через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии и вспомните с чувством, которое вы сейчас не можете понять. Сколько возможностей было открыто перед вами и как же сказочно вы на самом деле выглядели. С этими мыслями Саша проехал еще 15 километров и наконец-то устроил себе обед. Запоздалый, но обед ведь. Энергия Саши ох как нужна. Сел готовить свой бобовый суп. Выглядит все это вот примерно вот так вот. Надеюсь, он будет вкусным. Сейчас 16:14, ехать мне еще 26 километров. Я еще не обедал. Только с утра что-то поел, трошку. Подкрепившись, вновь в путь. Доехал до города Карлсхам и там начал присматривать себе место для ночлега. Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым. Эти слова из песни как раз про нашего Александра. Есть. Как раз. Прошу. Остановился я в парке. Палатку расставил с видом на море. Так спокойно и умиротворенно. Даже не верится, что так можно просто остановиться. Спал Александр недолго, проснулся раньше будильника. Доброе утро. Сейчас 5:48. И Соника уже, наверное, встала. Я встаю, ребята. Я продолжаю двигаться в сторону Мальмо на юг Швеции. Классик американской литературы Пол Боулс как-то сказал, турист, когда куда-нибудь приезжает, сразу начинает хотеть обратно. А путешественник? А путешественник может и не вернуться. Александр Авдевич сказал, вернусь обязательно. А как мы знаем, если Саша сказал, значит сделал. Мы продолжим следить за приключениями нашего земляка и держать вас в курсе всех пройденных им километров.